Куда ведет нас этот пес? В общем, не могло у нас быть без приключений. Нет, давай ты не будешь прыгать туда. Погнали знакомиться! От самых маленьких до очень больших. А этот пытается оседлать большую собачку. Запрыгивает волны, кстати, очень круто это выглядит. И что-то им кидают, они просто ловят это на лету. Первый раз я вижу. Привет, вы на канале Magic Family, я Энни Мэджик, и со мной тут моя собака Юмичу. Как вы знаете по нашим предыдущим роликам, и особенно те, кто подписан на Telegram, в курсе всех последних новостей, поэтому обязательно подписывайтесь, потому что там вы самыми первыми все узнаете. Мы сейчас в отпуске на море, и наконец-то мы добрались до пляжа, но мы узнали, что где-то здесь, вдоль побережья, есть собачий пляж, где очень-очень много собак можно встретить, и я подумала, что это очень, будет очень прикольно, если мы с Юмичу пойдем на этот пляж и познакомимся со всеми этими собаками. Мы вместе с вами будем идти вдоль побережья и искать тот самый собачий пляж. А вы пишите обязательно свои комментарии, потому что они появляются в видео, я ставлю на них сердечки, отвечаю. Мне кажется, собачий пляж уже близко, да, Юмичу? Собачьего пляжа еще на нашем канале тоже никогда не было. Пока что в этой части пляжа, на этом берегу, мы не видим никаких песиков, так что, ой, кажется, пахнет чем-то жареньким. Жарененьким! И пока мы шли сюда на пляж, мне пришла гениальнейшая идея, ребята. Если вы хотите видео 24 часа с собакой на пляже, на море, ставьте лайк на этот ролик. Ну и мы никогда не знаем, что может произойти в таких роликах, поэтому... Где Юмичу? Юмичу! Юми! Посмотрите на покемона. Тебе нравится сидеть вот здесь под зонтиком, да? Дай пять. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, потому что мы идем к 3 миллионам, да, покемон? Сколько собак мы встретим на собачьем пляже? Я опять потеряла Юмичу, а оказывается, она тут играет с какой-то собачкой. Джек Рассел Терьер, кстати, да? Или нет? Ой. Мне кажется, это будет прикольно. А если кто-то еще супер-мега умный, он еще и напишет, каких пород были эти собаки. Мы идем вдоль побережья и ищем то самое место, где люди гуляют с собаками. Периодически мы встречаем редко каких-то тоже собачек, но мы прошли уже прям несколько самых разных пляжей. У них прям разный берег, разное море в этих пляжах, при том, что это одно большое побережье, но берег разный, разная вода. Где-то камни, где-то песок, где-то пляж короткий, где-то он прям большой, где-то какой-то заброшенный, а где-то какой-нибудь отель, там даже лошади стоят и много людей. Побережье вот это вот очень длинное, и мы вдоль него прям идем в поисках того самого места. Я хочу его найти. Но вообще, мне кажется, можно сказать, что все это побережье – это, по сути, собачий пляж, потому что тут очень много людей с собаками. Тут очень много хозяев со своими любимыми песиками, иногда у некоторых по несколько собак. И я, наверное, впервые в жизни вижу именно так много собак на пляже с людьми. То есть вот я на море столько не видела собак нигде. А Юмичу нашла себе игрулю! Что, слишком большая, да? Она с тобой играет, ударила лапкой, и все, сотрясение. Это пацан, мраморный, как Софи с Эйвоном. То есть у него просто мрамор такой, пятнистый, коричневый с белым. Не серый с черным и белым, а коричневый с белым. Похож на кэтлдога, да? Посмотрите, какие глаза зеленые, ты зеленоглазая собака. Куда ведет нас этот пес, а? Скажите мне. Ладно. Мы идем просто по каким-то камням, обрывам. Куда, да? Скажи. А ты за ним идешь. Юмичу, ты уверена, что мы сюда идем? Зачем ты пошла за этой собакой? Куда она нас повела? Зачем мы за ней пошли? А? По какому-то, по какой-то горе, по каким-то камням, скале. В общем, не могло у нас быть без приключений. Мы пошли за этой пятнистой собакой. Почему-то я подумала, что она нас приведет именно к собачьему пляжу, но нет. Это какой-то тайный пляж. Но хорошо, что не нудистский. И вот там вот через все скалы мы проперлись сюда за этой собакой. Эй, эй, собака, зачем ты нас сюда привела, а? Что ты хотела нам тут показать, а? Зачем мы сюда пришли? Смотрите, какая там птица. Меня промочило волной из камней. А ты ржешь, да? Вот зачем вы пришли сюда. Поугарать. Да?
а ты пранкер. Вот вы заметили, что этот пес нас сюда привел, но у него есть ошейник. И здесь очень много собак гуляют вот так, сами по себе, но у них есть ошейники. Они куда-то ходят и, видимо, потом возвращаются к хозяевам. Здесь это прям норма, самый такой выгул. По крайней мере, на пляже точно, и в городе тоже часто это практикуют. Хотя я считаю, что отпускать собак вот так на самовыгул все-таки нельзя. Хозяин должен находиться рядом с собакой, мало ли что с ней случится. Нет, давай ты не будешь прыгать туда. Да ты что, ну не даешь, а? Ты посмотрите на нее. Мы сейчас в таком месте, где нам придется с одного пляжа на другой, как бы переползти через камни и воду. Юми, давай. Как ты пойдешь? Ну что ж, ребята, пройдя такой большой путь, мне кажется, мы наконец-то нашли то самое место, где много людей и, самое главное, много собак. Собачий пляж. Погнали знакомиться. Просто поразительно, сколько много собак, от самых маленьких до очень больших и очень классных. Что вот тут происходит, скажите мне? Ну что, вы уже считаете, сколько собак мы встретили? Вот что это за собака, как вы думаете? Привет! А ты мокрая! Что это за порода? Может быть, даже это какая-то беспородная собака? Здесь реально очень много метисов. Если вы пытаетесь угадать породу, попробуйте угадать, какая смесь это, каких пород, потому что не все собаки здесь породистые. Наоборот, много метисов, смешанных всяких собак. Это из-за двух вещей. Американцы, которые любят смешивать породы, и вы наверняка знаете вот эти все их метисовые смеси, типа мультипу, там какие-нибудь папипу, короче, их куча, если вы еще какие-то знаете, напишите. А также мексиканцы относятся к смешению кровей, мне кажется, не очень ответственно, у них очень много нестерилизованных собак, они просто между собой перекрещиваются и все. Даже один раз я встретила мужчину, который такой говорит: вот у меня опять собаки сделали щенка, вот не хотите забрать, а там две абсолютно какие-то разные собаки, разных пород. Мне кажется, Юмичу очень прикольно встречать разных собак, знакомиться со всеми ними, и вообще это очень полезно для ее социализации. При том, что собаки большинство не агрессивные, так что она с ними прям очень хорошо общается. Интересно, что с кем-то из собак Юмичу прям играет, веселится, прыгает, хочет как-то позадирать, а кого-то прям игнорирует, от кого-то прям уходит. От чего это, интересно, зависит? Что разное поведение у Юми с разными собаками. Может быть, это зависит от их степени агрессивности. Если она чувствует, например, что собака слишком нервная, то она не хочет с ней дружить. А если она видит, что собака добрая, то она готова с ней играть. Скажите, если у вас есть собаки, какая у них вот реакция на других собак? Как они себя ведут с ними? Общаются, дружат или агрессивные? В общем, напишите. Если у вас есть какие-то, может быть, особенные истории, мне вот кажется, Юмичу немножко так отстраненно от всех, не особо дружелюбная. Вообще, вот раз уж мы оказались на пляже, вы видите, сколько людей с собаками, тут реально любят собак. Этот факт вот прям вообще стопроцентный. Собак очень любят. Кошек нет. Если вы помните наше видео, где мы в зоомагазине с Юмичу провели больше чем 24 часа, и снимали полный обзор. Я там рассказала, как относятся к кошкам, что даже в зоомагазине лакомств для них два вида, и вообще товаров намного меньше, чем для собак. Кошек действительно здесь недолюбливают, а вот собак очень любят, их тут реально много. Юмичу, смотри, какой камень, давай запрыгивай, ты же любишь на высокие камни и вообще на все высокое залазить. Из-за того, что иногда очень сильные порывы ветра, еще и волны стучат, и собак так много, что я не успеваю уловить каждый момент, мне, видимо, придется доозвучивать эти кадры, потому что звук просто либо вот такой, либо я просто не успеваю ничего сказать в этот момент, когда нужно прокомментировать. Пошли дальше, пошли. Кто так классно играет? Кто такие собаки? Смотрите, знакомьтесь, Юми, смотри. О, вот эту вот породу я знаю, но я забыла. А вот это, мне кажется, тоже не беспородная собака. Такая команда, парочка такая на Юмичу просто, а этот пытается оседлать большую собачку, доказать свою доминантность. Это, кстати, не сексуальное действие абсолютно. Это действие, связанное с тем, что собака хочет показать свою силу, превосходство, альфа, в общем. Да? Как они играют и не боятся воды, посмотрите. Хотя есть, конечно, большие собаки, которые боятся воды. Вот так. Давай еще, говорит, кидай. И побежал. Сейчас принесет обратно.
А еще я заметила такой интересный момент, что, смотрите, вот люди, они не купаются. То есть в море практически нет людей. Люди просто приходят на пляж, сидят, едят, загорают под зонтиками, что-то делают, но не плавают. И то же самое собаки. Вообще практически не видела я ни одной собаки, которая купалась бы, которая плавала, или хозяин бы с собакой плавал. С ними играют вот так на берегу, вон, вы видите, что-нибудь там кидают им. Собака бежит, приносит, она запрыгивает в волны, кстати, очень круто это выглядит, вообще капец, я так хочу, чтобы мои собаки так любили воду. Софиша любит воду, но она как бы вот настолько в воду, конечно, прыгать не будет, но они слишком маленькие для такой волны. Вот, а Юми, кстати, не очень любит воду. В общем, да, никто практически не купается, именно играют на берегу. Что-нибудь кидают, какую-нибудь тарелку, игрушку, еще что-нибудь. То есть вот на берегу некоторые хозяева с собаками играют, но большинство собак просто либо шляются по пляжу, без поводков гуляют, либо спят с хозяевами, либо сидят просто. То есть они не супер такие прям активные, плавающие, играющие. Ну, жарковато, может. А некоторые приходят помыть собаку. Вот только что чувак просто стоял, мыл собаку в воде. Они уже побежали вперед, мы их не догоним. А там вон еще одна собака, много-много собак. А еще здесь не только много собак, но и много таких птиц, как пеликанов, потому что сюда приезжают рыбаки, чистят рыбу, и эти пеликаны ждут, когда им эту рыбу дадут, хотя бы какие-то остатки, какие-то кусочки. И самое крутое, это фрегаты, это вот такие вот черные птицы, это не чайки, это не вороны, это именно фрегаты. Они очень классно выглядят, у них двойные хвосты, как у ласточек, такие длинные клювы, как у чаек, огромные, и они как летучие, и крылья, как у летучих мышей, то есть просто какие-то невероятные существа, и они вроде как пошли от пеликанов, то есть их предки пеликаны, но они выглядят просто вообще устрашающе и ловят на лету еду, которую кидают им моряки, которые выловили эту рыбу, и какие-то остатки, ошметки, позвоночники, что-то им кидают, они просто ловят это на лету. А это кто такой? Кто вот это такой? Пацан. Очень много мальчиков я заметила, девчонок прям немного, собак. Перро – это пес, перрита – это собака-девочка. И маскотас – это питомцы. Вот так вот на испанском можно говорить. Кстати, в ролике про 24 часа на пляже мы можем и посерфить, и поплавать, и показать, что мы весь день кушаем. Первый раз я вижу Йорка. О, какое-то знакомое лицо. Мне кажется, это вообще на овчарку похоже. Что такое происходит? Это Йорк. Йорк, уху. Класс, постриженный, курчавый, такой веселый. Ну, разве не весело вот такую компанию Юми иметь, да? Очень интересный момент, что на собачьем пляже, точнее, вообще, что нет пляжей здесь, я не видела ни разу, на которых запрещено быть собаками. Нет пляжей, запрещающих приходить с собакой, то есть вот просто их нет. Это, то есть у нас есть знаки, там, нельзя с собаками, нельзя купаться, но во многих местах, странах есть такое, а здесь просто на любой пляж можно с собакой. То, что этот пляж называется собачьим, это не значит, что в других местах запрещено, просто здесь больше людей с собаками, намного больше, очень много собак. И мечу уже примостилась. А это кто такой? А еще я заметила, что очень много вот этих вот американских пород, всяких стаффов, питбулей. Бультерьеров я не видела, вот питбули, стаффы, еще каких-то смесей австралийских вот этих вот собак. Мне кажется, это кэтл-доги же австралийские, но их много в Америке. Я предполагаю, что это эти собаки. Да, Юмичу? Че, боишься к ним подойти? Слишком большие, да? Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео, потому что это что-то невероятное, собачий пляж. Вы насчитали, сколько песиков мы увидели, написали все породы и ждете 24 часа на пляже, уже не на собачьем, но обычно мы покажем вам весь наш день. Ставьте обязательно лайк, если да. Пишите комментарии, увидимся скоро в новых роликах.